Добрий день, Україна! Сьогодні ми зібралися з вами знову в студії, і, на превеликий жаль, ця зустріч – ще один такий негарний підсумок роботи «Слуг народу», органів влади, як можна назвати, керівництва країни по відношенню до людей. Я вам зачитаю маленький прес-реліз, який мені надали, для того, щоб зрозуміти тему сьогоднішньої зустрічі. Всього 20 жителей Солом'янки, это район Политехнического института, станция метро, 13 женщин и 7 мужчин в возрасте от 45 до 80 лет, 7 дней и 8 ночей отстаивали свои конституционные права на право жить и работать на своей земле. Стояли безоружные люди против грубой, наглой, криминальной вооруженной силы Кличка в виде тетушек департамента благоустрия, людей Авакова и Крищенко в виде патрульной службы и спецподразделения быстрого реагирования, бездействия генпрокуратуры Луценко и службы безопасности Украины Грицака. Киевлянам бы задуматься, по ком плачет колокол. Кто следующий, ты или сосед? Пока я вижу только разрозненные и бессистемные попытки отдельных групп предпринимателей противостоять криминально-полицейско-прокурорской чудовищной машине шантажа, вымогательства и уничтожения. Всего 20 безоружных людей, 20 женщин, инвалидов, пенсионеров, жителей Киева, членов территориальной громады столицы были избиты, отодвинуты, лишены права на все и даже на саму жизнь. Майдан на КПИ, так он уже сегодня звучит в народе, имеет право называться полноценным Майданом, и это факт. Слуги народа очередной раз перешли через кровь, но мы продолжаем. В связи с этими событиями, они уже известны сарафанным радио по всему Киеву, и люди уже прислушиваются. Властям так и не удалось замылить этот факт. А те люди, которые противостояли, не применяли вообще никакой силы по отношению к органам власти, которые применяли ее цинично и нагло. Я хочу вам сегодня вас познакомить сегодня с гостями, с моими гостями в студии. И начнем с Ларисы Андреевны. Новик Лариса Андреевна, директор спилки предприятия «Жовтнева». Директор центра ритейл, предприниматель Николай Ермаков. Привет. Виталий Гарифуллин, предприниматель. Ну и всем известная Лолита Картузия, председатель Всеукраинского союза работников торговли и услуг «Трудовое содружество». Я правильно назвал, да, Лолита? Да. Николай, у меня к вам первый вопрос, так чтобы у нас пошло в конструктивное русло. Нас обвиняют, я почему говорю «нас», потому что я непосредственный участник этого проекта, процесса, вернее, проекта, процесса, и вместе с Николаем я стоял все эти дни. И как житель Солом'янки, потому что я житель Солом'янки, помимо того, что я народный омбудсмен Украины, и эти люди меня знают уже давно, еще не все, правда, с Майдана, говорит, но знают, но видели мое лицо все время, потому что мы соседи, фактически соседи. В их этих центрах товарилась моя семья, и я в том числе. Поэтому визуально мы друг друга знаем. Нас обвинили, поэтому я говорю нас, да, акцентирую нас. Нас обвинили в том, что у нас нет документов, нет юридического права находиться на той площадке, которая уже, по-моему, 17 лет у нас уже находится в действии, и что мы не платим налоги. Вы можете объяснить эту ситуацию, если можно, с доказательством и фактажом? Да, конечно. Дело в том, что на переулке Политехнический находится спилка предприемцев «Жовтнева». Она была создана в 2000 году для защиты своих прав, предпринимательских прав, да вообще для защиты обычных граждан. А потом в дальнейшем было создано товарищество «Центр ритейл». Вот. Мы получили, у нас была недвижимость, вот она, свидетельство на право недвижимости, 218 квадратных метров, вот, вытяг с реестра. Вот. Землеустрой подал на нас суд. Год мы судились, и вот 10 травня 2017 года Высший Господарский суд Украины отвел нам эту землю в постельное крестование. Нам закидают, что мы не платим налоги. Налоги мы платим, где-то в пределах получается 36 тысяч ежемесячно. Вот квитанции, подтверждающие все вот это.
Вот получается, за полугодие мы заплатили где-то 340-350 тысяч гривен. Такой беспредел, который произошел с нашими членами, у нас получается 7 мужчин и 13 женщин, возраст от 45 и до 80 лет. В декабре, 4 декабря 2016 года, несмотря на все на наши вот эти документы, на нас был осуществлен первый рейдерский захват. Часть сооружений была разбита, разграблена вместе с товаром, часть удалось сохранить. Потом, кто это совершил? Это совершили тетушки под прикрытием полиции. Вот. Нам удалось восстановить все конструкции, вот, и мы продолжали работать. По решению 10 травня 2017 года Высшего Господарского суда мы практически вообще закончили эту судебную тяжбу. Вот, работали, и никто не думал, что такое произойдет. 22-го в ночь, 2 часа ночи мне позвонил охранник, Николай Александрович говорит, здесь, значит, нападение. Я выехал. Прибыл я на место где-то 15 минут третьего. Вся наша торговая площадь, вот это вот недвижимое сооружение, было оцеплено полицией, вот Национальной гвардией. Руководил 7 человек, полицейский, он находился внутри этого оцепления. Вот. Туда были запущены внутрь оцепления 2 экскаватора, кран и бульдозер. Вся эта тяжелая техника громила наше сооружение вместе с товаром. Вот. Я попытался пробиться, кто старший, показываю документы. В ответ слышу матерщину, и вплоть до того, что нам ваши суды, вот, показывайте их кому угодно. Вот, и такой беспредел. Подъехали еще предприниматели, значит, было избиение наших предпринимателей, женщину избили, меня ударили в лицо. Вот, в общем, пробиться к своим сооружениям мы не смогли, было все уничтожено. Вызывали 102 полицию, приезжают патрули, но никаких мер, никаких действий не предпринимают. На документы, которые мы показываем, не реагируют. Полнейший беспредел. Вот, в результате вот этого налета, часть, они же не успели, они разбили все, понимаете. 8 ночей мы сохраняли, выдержали еще 6 нападений. Они старались все это зачистить быстро, чтобы не будоражить население. Здесь как раз праздники попали, День независимости. Вот. День прапора. День прапора, да. Да, у нас висел прапор. Вот. Они его затоптали, они его взорвали. Затоптали, бросили на землю. Это просто как какое-то зверство, иначе я не нахожу. Я задаю вопрос правоохранителям. Вы же принимали присягу на верность народу. Слышу ухмылки, смешки. И вот такое вот циничное отношение, понимаете? К судам вообще наплевательское отношение. Не реагирует никак. Вот. Значит, в результате вот этого грабежа мы получили убытки нерухомого майно 5 миллионов, где-то по таким подсчетам. Товарная группа, товар 2 миллиона. И устаткование, холодильники, кофемашины, вот морозильная камера еще 2 миллиона. В общей сумме получается 9 миллионов. Цинизм, который проявляет власть по отношению к предпринимателям, которые платят налоги, понимаете, вышвырнуть, захватить рейдерский захват земли, вот, переосуществить перераспределение собственности, это не влазит ни в какие рамки. Мне хотелось бы акцентировать еще внимание. Скажите более уточненно, вот ночью 22 числа была избита женщина, вы получили в лицо удар, а там, насколько я помню, еще кто-то, какие-то молодчики работали арматурой и кусками труб, когда, говорит, это уже какую ночь была? Это уже потом последующее нападение? Это уже последующее, да, когда пытались зачистить, мы пытались не давать. То есть мы сегодня видим цинизм органов власти, которые уже организованной, спланированной акцией, уже настолько натасканной, что она становится технологической уже, да, по-другому я, наверное, не скажу ее, технологией по уничтожению ненужных киосков или да, ненужных, ненужных там, киосков, ненужных людей, или, понимаете, да. Конструкций. Да, и за этим не видят жизни людей. То есть, говорит, избивались люди. Да, избивались люди, несмотря которые... на то, что инвалиды они, да? Да, инвалиды, да. Женщины, ну вот женщине, 82 Валентине Николаевне лет. Она, значит, владелица церковной лавки. Вот она вообще получила удар в лицо, сломали нос, она в крови лежала там. Вот это ужас. Это ужас, там.
Хорошо. Я тогда передам слово Виталию Гарифуллину. Он участник этих событий и непосредственно защищал, ну, как мужчина, предприниматель, женщин, не давая, принимая на себя, говорит, большинство этих ударов, и еще другие мужчины-предприниматели, о которых мы говорим, там 7 человек. Единственное, кого вот за это время, говорит, не тронули, меня, потому что, наверное, мое лицо уже им примелькалось, начиная с Майдана. Я хотел бы передать, Виталий, все расскажите так вкратце, как это происходило. День, дорогие слушатели, я, получается, являюсь собственником одного из помещений в торговом недвижимости, получается, в большом этом. Вот. И, получается, есть мой товар. Учитывая, что мне позвонили тоже около 2 часов ночи охрана, что типа тут разворачивается операция, приехала полиция, очень много, и получается, что типа срочно приезжай. Я, ехавший машиной, получается, въехал ближе к своей недвижимости между автомобилей полицейских и сумел, получается, ближе всех подъехать. В это время спереди окружили меня полицейские, начали дубасить, получается, по машине. Я сказал, что я машину не открываю, вот, начал доставать документы. В это время ломается моя водительская дверь, учитывая, что у меня машина-автомат. Меня вышвыривают с машины, машина задом сдает. В итоге меня начинают обвинять в том, что я якобы попытался на кого-то наезжать. Я просто хотел достать свои документы и был просто вышвырнут со своего автомобиля. После этого я поехал в райотдел аж до 6 утра, находился там, писал заявление, снимая, типа, получается, все эти данные, типа, с автомобиля побитого, и получается, что писал заявление на тех людей, которые там это. Лично там я видел Зазулю, заступника по месту Киева, нацполиции, вот, который именно руководил этим отрядом. После его команды, получается, начали ломать мне дверь и, получается, тут же типа вынимать из машины, не разбираючись ничего, даже не хотели ничего смотреть и ничего делать. После этого меня связали, положили и вот завезли в райотдел, чтобы я там якобы оформлял документы. Когда я вернулся обратно в 6 утра, вот, получается, тракторы продолжали целую ночь с 2 до 6 ломать это имущество, фактически уже недвижимое имущество именно, которое было, вывезя все уже мафы вокруг, доламывали, играя, ну, двумя тракторами просто в футбол на этой делянке. Трактором, этим краном поднимали, типа, а трактором туда-сюда просто, блин, били так, чтобы типа разбить вообще. То есть это просто зверское уничтожение, нападение. Силу имеет, получается, некая преступная группировка, которая уже не просто стала бандитизмом в Киеве, а просто прикрылась погонами, которые уселись не только, получается, в нашей киевской полиции, а также, скорее всего, и крышей в генпрокуратуре и везде. После этого 27 числа, несмотря на каждодневные наезды, вот, я был вынужден обратиться и в службу безопасности Украины, и в нацполицию официально, типа, на Владимирскую Киева, а также, типа, получается, в генпрокуратуру, где мне все, блин, развели руками, объяснили, что мы не имеем сил быстрого реагирования, но будем рассматривать. Хотя я предупреждал, что на меня будут угрозы, лично меня, типа, пытаются, типа, поугрожать, чтобы меня уничтожат. Вот, так и получилось. С 27 на 28, в ночь 28 числа, около часу ночи, без 15, я на своем автомобиле, получается, выезжая из проулка Политехнический, был заблокирован полицией. Опять же, типа, я не стал уже ни сопротивляться, ни закрываться. Я просто сразу вышел, начал показывать документы, снимая все на видео. Подошли полицейские, на которых, опять же, в первый раз и второй раз не было ни значков нагрудных, ни жетонов, ни, получается, их удостоверений. Вот. Они, получается, меня задержали, положив, вот, опять же, вот гематома. Вот подробнее фотография того дня сразу, да? То есть в итоге, катав меня по городу 2 часа, в это время, получается, демонтировали те же, получается, конструкции, остатки. Вот представьте себе, 5 дней занимаются демонтажом, никак не могут доубрать, и полиция все время целенаправленно приходит и занимается бандитизмом. 2 часа покатав по городу, привезли в Шутово, попытались оформить на меня протокол, и выписав с протокола, я писал свою заяву, полицейского, который попросил, чтобы предоставили остальные. После этого все полицейские убежали, даже не дали подписать ни протокол. Была вызвана скорая, приехал новый какой-то отряд, вот, ну не отряд, а наряд, и получается по 102. Трижды я обращался, есть фамилии, получается, в моих пояснениях, во всем, получается, есть официальные заявы, и после этого, получается, я с травмами, можно сказать, с обдертыми коленами, локтями, был выпущен
На сегодняшний день уничтожено все мое имущество, уничтожены все средства, уничтожено, можно сказать, почти автомобиль, уничтожена, в принципе, вся, грубо там, финансовая моя деятельность. Да, и я сейчас после этого вынужден был обратиться еще в администрацию президента, повторно, получается, вот как бы вместе со спилкой Жовтневой, о том, чтобы как-то внес свои коррективы, потому что на сегодняшний момент это уже получается не держава Украина, а это просто злочинная группировка, которая сегодня ломает мой бизнес, завтра придет в частные квартиры, учитывая, что это частная собственность. А статья 41 говорит о том, что власть священна, и я, получается, защищал свое имущество. Я не делал ничего противозаконного, в итоге был выкинут, избит, расстрочен, уничтожен. И на сегодняшний день ничего другого не остается, как продолжать дальше бороться за свои права и свободы, потому что я житель Украины и собираюсь здесь дальше вести деятельность, жить и с такими подонками, можно сказать, в погонах, оборотнях, типа, и с такими мэрами, которые не считают нужным даже типа, просто прийти хотя бы и переговорить с людьми и узнать проблему реально. Это как бы жить невозможно. В эту систему нужно что-то менять и что-то делать. Спасибо за внимание. Хорошо, я хотел еще задать один вопрос, так ты пробежался бегом. Вот расскажи подробно, в ночь с 27-го, 28-го ты еще не успел даже доехать до остатков киосков, ну не киосков, а конструкций, да? Да. Которые остались. То есть перекрыли, не дали ни заехать, ни подъехать. Заблокировали машину, да, и на этом, типа, что мы сейчас будем демонтировать машину, забирать на штрафплощадку. То есть люди как бы меня знали уже по 22-му, а также еще получается по эпизодам, которые были 4 декабря, от 17 декабря, от 22 декабря 2016 года. То есть как бы они уже как бы знают нас в лицо, то есть лица в принципе наши известные, это 15-16, там 20 человек, которые постоянно здесь работают. Вот. То есть задача у полиции не стояла, типа, что-то соблюдать законность. Вот опять же, это спецоперация, на каких основаниях она проводилась, кто был замовником, получается, такой, типа, получается, спецоперации. Это куча вопросов к Генпрокуратуре и к самому президенту. То есть эта куча вопросов идет от громады Киева? Ну, лично от меня, как минимум, типа, и получается, громада Киева как бы тоже поддерживает меня, в принципе, на этом майданчике, учитывая, сколько лет я работал, и все знают, как бы, это, и получается, что хотелось бы получить вменяемые ответы и понять, типа, вообще, есть ли у нас страна, типа, законная, с правом собственности, как положено, а то мы идем вроде в Европу к праву собственности, а получается, что вандализм, варварство и Чикаго именно 20, нашего мэра. 20-х годов, да, да. Нашего мэра. И расскажи еще один нюанс, вот как ты оказался, что тебя 2 часа возили, потому что телезрителям будет очень интересно это, что они должны быть готовы, то есть предупрежден, значит вооружен, и это я уже из опыта своих майданов, которые у меня достаточно уже за плечами. То есть сейчас для меня это покушение на право не только собственности, не только жизни отдельного человека, это покушение вообще на громаду Киева. Я, вот вы вслушайтесь в эту фразу, пожалуйста, покушение на право быть громадой Киева вообще. То есть эти люди что, вообще ничего не понимают? Мне вот иногда вот спрашиваю, что непонятно было, что у нас было в 2013-2014 году, да? Каким образом, говорит, это закончилось? То есть следующий шаг какой у нас был? Я хочу, чтобы Виталий акцентировал внимание, как его в кутузку эту забивали, группа швидкого реагирования, да? Как это происходило? Вот физически расскажи мне, как вот... Ты же был, говорит, Я на автомобиле попытался развернуться, меня заблокировал полицейский автомобиль спереди, я чуть-чуть сдал назад, тут же подъехал второй, вот. Я опять отъехал назад, получается, подъехал третий, тут же подошел полицейский, в форме полицейского человека, на которых нет ни жетонов, ничего. Учитывая, зная все как бы, права и обязанности, я стал просто не сопротивляясь, не опуская, как бы, там, не закрываясь в машине, начал на телефон, один на второй, снимать, получается, как полицейские себя ведут, и говорю, почему у вас нету значков, почему там нету того, почему это, представьтесь, пожалуйста. Они мне сказали, выйдите из машины. Я говорю, хорошо, спорить не буду, я вам покажу документы. Показываю им документы, выйдите из машины. Хорошо, я выхожу из машины, вот, держа мои документы все у меня, в итоге тут же, типа, получается, человек 5 или 6 налетают со всех сторон, роняют меня, как бы, в лужу, типа, получается, вот я, как бы, падая, получаю гематому на голове, обдираю руки, коленки, да, получается, заламывают, тут же, получается, закрывают наручники, вот, как бы, следы, затяжки, да, получается, то есть до сих пор, в принципе, их видно,
чтобы не говорили, что нету, также это есть, медосвидетельство не получается медицинской помощи. Да? Поэтому получается, поехал в Катузске, катаясь по городу 2 часа. Да? То есть универмаг Украина, маршрут могу сказать четко. После этого заправка ВОК, там 15 минут, через Янгеля опять обратно на политех. То есть мы наездили 2 километра, потом там постояли полчаса, там минут 15, там 20. Потом в итоге, когда мы ехали по проспекту уже, они остановились опять. Человек, получается, который уже следил, начали меня разыскивать, подъехал и сказал: ребята, вы как бы либо едете в райотдел, оформляете, либо, получается, не катайтесь по городу. После этого они как бы их зафиксировали на фото, поехали на Шутово в райотдел. Тут же мне вручили украденные у меня телефоны, из которых, получается, было все уничтожено, причем не все три, а один. Вот. Вернувшись обратно, меня за это время, сидя в райотделе, я сказал, что я буду писать заявление. Они писали свой протокол, я свое заявление. Люди меня начали с полиции названивать, спрашивать, какие телефоны вдруг у меня украли, потому что я на 102 начал делать вызовы с этого телефона, что меня избили, что у меня украли мою собственность, телефоны, получается, как минимум, на которых как бы было видео. Вот. Теперь, получается, вот, люди спросили, какие телефоны именно марки. Вернувшись уже как бы под утро, получается, к своему автомобилю, я в своем автомобиле обнаружил уже на сиденье брошенные просто этих два телефона, с которых как бы было все вытерто, они были все в луже вымочены, в принципе, как бы пришедшие, можно сказать, почти в негодность. Вот. Да, немножко доложиться, поремонтировать, но как бы видео как бы сохранить не сохранилось. Да, но в райотделе как бы есть видео, когда типа, я просил человека, чтобы он показал свой нагрудный значок и свое удостоверение, и он убежал. А второй, который меня оформлял, я с его протокола переписал в своем заявлении его данные. Они, получается, даже вот на элементарном, получается, ну, все время прокалываются. Не смогут они это утаить. Получается, что не смогут запугать всех граждан нормальных, всех Украины, чтобы их уничтожать подобным образом. Я хочу еще заметить о том, что тот молодой человек, он тоже является предпринимателем, и он оперативно, да, это уже как работает громада. Я просто говорю о том, что те, кто считают украинцев быдлом или киевлян вообще недоразвитыми, я не буду сейчас рассказывать все эпитеты, которые я слушал и от тетушек, и от служителей Фемиды, там, людей в погонах без опознавательных знаков. Я хочу сказать о том, что организация, да, что мы должны показать встречно? Мы должны показать, говорит, силу управления и закона. То есть, говорит, сила управления в чем выражается? В том, что как только Виталия запаковали, да, если можно такой жаргон использовать, потому что они сами называли, милиционеры называли, полицейские, извините, называли такой жаргон, поканули, кинули, и он помчался, тут же, говорит, мы отправили машину с предпринимателем, который вот курсировал за ним. То есть не дали возможность, чтобы его вывезли в неизвестном направлении. Плюс сразу же было 4, 5 или 6 звонков, я точно не помню, уже не фиксировал этот момент, на 102, и через каждые буквально 5-7 минут туда была запись. То есть, если для адвокатов вообще, ребята, я вот обращаюсь к вам сейчас, я не только к международникам обращаюсь, как президент ассоциации, потому что они знают международные, я обращаюсь к тем ребятам, которые хотят увидеть практику. Да, студенты юридических там университетов, вы возьмите этот материал, возьмите, скоро будет по нему, будете учиться. Вот то, что происходит, и сегодня свидетели спилки предприемцев Жовтнева и громады Солом'янського району міста Києва, територіальної громади міста Києва, это формат, что может быть завтра с вами, послезавтра еще там с кем-то, еще с кем-то. Здесь не призыв к тому, чтобы люди там поднимали сейчас и давай гей на Майдан, как меня все время обвиняют. Это глупость. Здесь вопрос стоит в том, какая у нас страна. У нас есть право или права этого нет. Верховенство права мається на увазі. Чи у нас тільки закон сили? Ну, якщо закон сили, і людям це пояснити, що це закон сили, що це формат безпреділа, ну, тоді і буде відповідна реакція, наскільки я розумію. Я хотів би зараз перейти к більш мирному, такі маленькі скромні ужаси ми вам розказали, противостояние, но это сейчас рассказать вот в студии хорошо, а когда льет дождь, неизвестные, и которых просто по количеству 1 к 20, то есть можете себе представить, сколько там было этих полицейских тетушек, и это в центре Киева, не где-то там на ДВРЗ, понимаете, это политех, это правый берег, это старая часть Киева. А как еще было среди белых дней, среди белого дня? Так вот, я вот хочу, сейчас даю слово директору спилки предприятия Жовтнева Ларисе Новик. Вот ее видение, она
свое видение имеет, насколько я помню. Расскажите, пожалуйста, Лариса, как вы это все... Дуже прикро усвідомлювати, що це все відбувається за нашої постмайдановської влади. Члени нашої спілки у 2014 році, 18 лютого, захищали Кличка. Він стояв за нашими спинами, щоб ним нічого не трапилося, бо ми бачили в ньому майбутнього нового політичного лідера і так далі. І ось маємо те, що маємо. Дуже прикро, що це відбулося напередодні свята нашого прапора, напередодні свята Незалежності, напередодні свята День підприємця, який буде святкуватися 3 вересня. У цей день, саме у цей день, підприємців шанують як платників податків, як тих людей, які створюють робочі місця. І як можна це було зробити? На святі нашого прапора члени нашої спілки зустрілися з Кличком коротко, прямо на святі, передали йому наші документи, коротко розповіли про те, що сталося, і він зробив такі круглі очі і сказав, цього в нашому місті не може бути. Я з вами зустрінуся, пообіцяв. І ось ми, сьогодні середа у нас, 3 дні ходимо до його помічників, щоб зустрітися з Кличком, і сьогодні ми отримали результат. Помічниця передала, що з вами ніхто не хоче зустрічатися, вас уже нет, вас нет. Тобто люди для нашого мера сміття, купа сміття, люди бидло і підприємці-злочинці. Чи це є одні добрі підприємці, інші погані підприємці? Бо ми не віримо, що там буде якийсь сквер. Скоріше за всього, там поставлять тимчасові споруди інших більш лояльних підприємців. Ну що, ми продовжуємо свою боротьбу. Учора у нас була вагома перемога. Також було дуже дивно, що це все відбулося між судовими засіданнями в апеляційному суді, де розглядався позов департаменту благоустрою до нашої спілки. Ми виборювали право на розміщення наших крамничок. І між засіданнями вони навіть не дочекалися кінця судового процесу і вчинили цей розбій. Але ми вчора виграли, і це було дуже, дуже важливо, тому що благоустрій міг би легітимізувати свої дії, що вони мали на це правові підстави. Ну, що хочеться побажати? Європейській столиці потрібна європейська влада, а не якесь там татаро-монгольське варварство. Я хотів ще питання деякі задати. Скажіть, будь ласка, а наскільки я пам'ятаю, ще була група кіосків чи споруд, які були вивезені, да? І після того повернулися на зворотній бік. Такий факт був? Так, да, там біля нас розташована тимчасова споруда іншого підприємця, його також вивезли, але повернули назад позавчора, да? Позавчора його повернули назад, вирішили, що це лишнє. Тобто це був такий акт вандалізму по відношенню безпосередньо до членів громадської організації «Спілка підприємців Жовтнева». Це була вендета за те, що вони в грудні нас не зруйнували. Вони поставили собі за мету, і вони так свого досягли, начебто, але ще у нас ще є порох по рахівницях. І я хотів ще нагадати, ви нагадайте телеглядачам, тому що не всі знають події в грудні. Я хочу сказати, і повідомити, що матеріали всі є вживую, це підтвердження. Тобто є не просто матеріали зйомки, є вже змонтована частина. І я просто пояснюю, нагадую, що у грудні місяці у нас були кияни тоді згуртувалися, і тоді хлопці дали відсіч. Тому що тоді був взагалі рейдерський наліт людей без знаків розліччя, і тітушок там було вагони, маленька тележка. У мене таке враження, що повторилась Грушевського і Маріїнка.
тільки в більш-меншому такому витриманому форматі. Не було там тих лопаток, не було арматури і всього іншого, але було не проти кого, каже, їх і застосовувати. Але тоді зупинили і грейдери, тоді зупинили і техніку. В цей раз я повідомив, що такого протистояння не буде, тому що ми в законі і повинно бачити закон. Поперед все, закон бачити, я не кажу вже про Конституцію, ми кажемо хоча б закон там, про поліцію, закон про Службу безпеки України, закон про прокуратуру, закон про місцеве самоврядування. Я не кажу вже про територіальні громади, що це є вообще все власність, весь Київ є власність територіальної громади. І це написано в тому ж благоустрою, в них написано, каже, що комунальні підприємства беруть у територіальної громади. Ще за часи того, що вже 100 років відбувається як, з назвою Україна. Я хочу акцентувати оцю інформацію і передати зараз слово Лаліті, бо вона фахівець у цій галузі більше, ніж я. Я більш там громадський діяч. Лаліта, можете прокоментувати ці події з вашої точки зору і сказати, вообще, що це вообще таке відбулося? Вы знаете, я действительно давно занимаюсь этим вопросом, и в декабре, когда была попытка снесения этих сооружений, я там находилась. Но, вы знаете, вообще, вот здесь с точки зрения юридической, мне просто нет слов, говорить здесь нечего, потому что действия власти и то, что произошло, вот закон отдельно, то есть это рядом закон не лежал с этими действиями. И это ужасно. Вообще, вот я вообще считаю, что в любом государстве, тем более демократическом, все должно быть по правилам, да? Все должно быть прогнозировано. У нас в Конституции написано, что основная ценность в государстве – это жизнь, гидность человека. Честь и достоинство. Да, честь и достоинство. А у нас, получается, наша власть, она делает что? Я имею в виду сейчас городскую власть. У нее цель в жизни, ее цель – это унижение, уничтожение достоинства человека. Ведь они фактически что делают? Они запугивают людей. Когда чиновники, когда полиция, которая входит в состав правоохранительных органов, говорит, что нам наплевать на решение судов, то я не понимаю, какую судебную реформу собирается делать наш президент, если они вообще не принимают решение судов в принципе. Значит, никаких. Они не воспринимают. Это нам не нравится. Или мы не хотим это видеть, мы не хотим это слышать. Никакой реформы не может быть, давайте вообще уничтожим эту судебную систему. Да и все. Пусть они сами себе решают, что они хотят. Вы понимаете, я еще вспоминаю, у нас, кстати, вот по новой конституции, в новой редакции, у нас, значит, Генеральная прокуратура, или там, как говорится, прокуратура Украины, она уходит в судоустройство, да? Вот в декабре, когда это произошло, вот когда предприниматели дали им по зубам, когда они испугались и тушки эти убежали, мы их начали ловить, вот тогда, когда дали по зубам, тогда вдруг все заметили, что оказывается там не просто сооружение, а там за каждым сооружением человек, и там человек, и там есть достоинство, и что люди были правы. И тогда все, и народные депутаты, и все выступали за нас, везде нас показывали, говорили, такого нельзя. И даже генеральный прокурор нас, Луценко, прибежал в администрацию, Кличко, потом у них был брифинг. Генеральный прокурор на всю Украину вот так погрозил пальчиком Кличко и сказал, вот так делать нельзя. И требовал с него что? Что да, ну хорошо, если вы уничтожаете, там, то есть демонтируете, вы должны аккуратненько взять, как он сказал, и аккуратненько поставить. Получается, что или генеральный прокурор наш, его вообще никто ни во что не ставит. Вот так вот. Свадебный он, генеральный прокурор у нас. Или Кличко вообще считает, что... Я вообще считаю, что это все... Вот после того, как Лариса Андреевна сказала, что сегодня им отказали окончательно во встрече, сказали, что их просто нет, то есть нет сооружений, нет человека. То есть вообще на человеческую жизнь они вообще людей даже за мусор не считают. Это пыль какая-то. Вот. Я считаю, значит, или у нас Луценко свадебный генеральный прокурор, или у нас Кличко, ему просто дали на откуп этот город. Я не знаю, за какие заслуги. И он здесь делает все, что хочет. И полиция, и все пляшут под его дудку. Так вот я хочу сказать, что не получится так. Нельзя страхом запугать людей, тем более людей, которые живут, украинцев, которые живут на этой территории.
Потому что украинский народ, я имею в виду все национальности, которые живут на этой территории, вот у нас есть свой менталитет. И нас не запугать. И вот никто вам спуска не даст. И мы вас заставим уважать. И закон, и решение судов, и поменяем вас, и найдем вам замену, за которую не будет стыдно. Потому что мне стыдно, что город, в котором я живу, возглавляет вот такой человек, который говорит, что он европеец. Он не европеец, он варвар, азиат. Да, я на захист азіатів хотів би сказати пару слов, да, тому що в мене пращури є європейські. Я просто так, для того, щоб розбавити вже, що ми живі люди. Да. Хотів повідомити наступне. Дійсно, я підтримую те, що сказала Літа. Я вже як голова Всеукраїнського громадського політичного об'єднання «Майдан» кажу про те, що залякати неможливо. Я не знаю, яку це розумову бездіяльність в голові можна мати, коли ми мали дві революції, помаранчеву і революцію гідності. Я проголошую, остання революція, ребята, називалась революцією гідності, а не тваринства. Революція гідності була. А ви зачепили киян за живе. Уявіть собі, от я вам просто малюю вже як аналітик, малюю просту річ. 20 підприємців. У кожного із них, і вік, я нагадую, вік 45-80. Тобто це люди, в яких є вже правнуки. Це значить одна родина 20, ми помножуємо вже на 10, там 12 осіб. Це вже 300, 200, скільки у нас там виходить, 20 на 15, хай буде там 300 осіб. Да? У тих 300 осіб є товариші, друзі, знайомі, там це вже 3,5 тисячі. У тих 3,5 тисячі є свої дальні і ще зв'язки за кордоном, всіми іншими речами. Ви вже такий ящик Пандори відкрили, що або ви зупинитесь, або буде дійсно протистояння. Але це протистояння вже не буде таким мирним. Чому я хотів ще нагадати, що по факту, наскільки я пам'ятаю, у грудні були схоплені тітушки, які після того з'ясувалися співробітниками поліції. Да. Да? Я там вони підробляли... в той час я не був безпосередньо. Ну так, да, дійсно, я пам'ятаю навіть фамілію, то Конфеткін. Конфеткін. Да. Значить, вийшло, що він був із районної поліції, знаєш, райділу бувшого. Да? Ну так получается, что они подрабатывали тетушками на вот таких демонтажах. Ну, мене зараз зразу на шутку хоче пробитися, що значить у нас є поняття тітушки, це ті, які люди за гроші, да, найманці такі би кажуть, да, що сказали, то зробили за гроші. А тепер є конфетки. Це значить поліцейські, яким не вистачає на життя, і які підробляють тітушками. Ну, да, це взагалі класно. Значить, у нас вже з'явився інший афоризм. У нас вже є тітушки і є конфетки. Да. Значить, коли, а всі вони працюють на шоколадній фабриці. Чи звідки там з'являються, да? чи що, що воно там буде. Я хотів вам, щоб ви так коротко, такий підсумок кожен зробив, да? Своє бачення от з цього приводу і своє бачення по перспективі. Що ми будемо робити, як ми будемо, до кого ми там будемо звертатися. Наприклад, мені цікаво, от Лариса Андріївна, мені цікаво таке питання. Ви ж співпрацювали із Кінахом, я пам'ятаю, да, свій час, і з Ляпіною, і знайомі були з Оксаною Продан. Як от ваше бачення, як би от вони відреагували, якби ми от сьогодні їх запросили в студію, або там на прес-конференцію, або на брифінг? От скажіть, будь ласка. Ну, про Оксану Продан я промовчу, бо це подружка нашого мера. Вони з одної політичної партії, наскільки я пам'ятаю, так? Да, партія «Удар», і вона одного часу вона всіх захищала, власників тимчасових споруд і таких підприємців, а зараз її взагалі не чути, і ми у грудні зверталися до неї, вона ніяк не відреагувала. Ксенія Михайлівна Ляпіна – це, мабуть, найбільш послідовний політик, який ніколи не звертала свого шляху і завжди захищає підприємців. Але на сьогоднішній день вона є чиновником, голова комітету з питань регуляторної політики. І вона з свого боку, на своєму, зробила все, що могла. Вона поставила питання перед Кабінетом міністрів, що це питання має проблема тимчасових споруд, має бути краще відрегульована, бо у законодавстві є такі дірки,
І ці місцеві ділки від влади, називаємо так, користуються, придумують нам різні дозвільні документи, яких не існує відповідно до чинного законодавства України. Наприклад, та ж пайова участь, якої немає такого документу. Вони собі придумали, і кому хочуть, тому дають, кому не хочуть, не дають. І навіть кому дали, все одно їх знищували. У нас є такі приклади. Ми добивалися довго, щоб нам зробили робочу групу в Мінрегіонбуді, і ми добилися цього. В липні такий наказ був підписаний, і ми чекали, що цей процес буде упорядковуватись, і буде владою вироблено, і разом з підприємцями вироблено новий документ, який унеможливить такі варварські дії по відношенню до підприємців. Але це якась така гра відбувається. Ніхто не хоче це впорядковувати. От влада прийшла, і вона переділяє те, що має. Їм не подобається. Подобається якась ділянка, і там підприємці. От тепер їх нету. І ніхто не хоче в мерії з нами розмовляти, бо нас вже, виявляється, нема. Стерли з лиця землі, наче резинкою, гумою. Зрозумів. Да. Пане Миколо, ваше бачення і продовження якби сценарії з нашого боку, ну, народу мається на увазі. На даний момент на КПІ, на території нашого торговельного майданчика, ведеться безстрочна акція «Забастовка Майдан». Я приглашаю всех обиженных, не только там предпринимателей. Вы знаете, мы собираем подписи в защиту наших людей. Если бы вы только почитали, что пишут люди. Не то, что он расписывается, он пишет письмо, послание к этой власти. Остановитесь, схаменитесь, что вы творите. Народ уже, понимаете, дошел ну, где-то 90% уже взрыва. Если они не остановятся, если они плюют на решение судов, высшего суда Украины, то о чем тогда говорить? Я так понимаю, да, они снесли нашу недвижимость. Ну, документы у нас, мы работаем в правовой зоне, мы работаем. Ну, вот представьте, что в селе сгорел дом. Это же не значит, что его, значит, забрали эту землю. Нет, мы будем восстанавливаться. Пускай руйнует, но уже общество доходит до кондиции. Я вот даже хочу, чтобы вот Руслан сделал передачу вот по этим обращениям, что пишут жители. Это же вообще, они же там уже призывают уже чуть ли не к восстанию эту власть гнать. Это вообще уже беспредельщики. Борьба продолжается, я приглашаю всех. Киевляне нам очень помогли, спасибо им большое. И мы... И поддержка Поддержка вам, большая, да. Очень большая. Пожалуйста, приходите, мы всех выслушаем. Не только по предпринимательству, там и пенсионные вопросы, там и здравоохранение, инвалиды. Инвалиды, понимаете, Спилка очень много помогала, и атошникам помогала. И Майдан. И даже силовики приходили, те же участковые, пожалуйста, снарядите. Вот Виталий, вспомни, бронежилеты покупали им все. Да я никогда не думал, что они пойдут против собственного народа. Виталий тогда не знал, что он финансирует тех, которые будут ему... Вы знаете, и, значит, обездоленным давали, и кормили все. Ну, как-то и беженцам. Вот, да. Мы не столько там зарабатывали, сколько вот честно, вот не то, что там... Ну, одно рабочее место 14 квадратных метров, что там можно? Ну, нет уже у меня завода, нет у меня фабрики, пароходов, как там стихотворение Маяковского, понимаете? Схаменитесь, пожалуйста, схаменитесь. Народ уже... Виталик, ну, ввиду того, что ты у нас был самым одним из самых пострадалых, наверное... У меня прежде всего будет обращение, конечно, к силовым структурам, в принципе, в первую очередь к службе безопасности, опять же, к самому президенту, если он желает все-таки государство сохранять, а не банду под собой, которая делает, понятно, что опять же к людям в погонах, которые не все продажные, которые не за какую-то дополнительную конфеткину зарплату, скажем так, ночную, приходить, убивать людей, тащить их имущество и все остальное. И я думаю, что есть порядочные милиционеры, полиция, которая, да, на сегодняшний есть, получается, люди, которые, в принципе, не желают, чтобы их матерей, отцов, детей уничтожали в этой стране, также убивали их имущество и все остальное. Что они не собираются выезжать потом, как яйценюки всякие, в США. Вот. Я думаю, что здесь наша страна, и мы будем все равно строить, и не будем мы никого бояться, и будем жить, и... Ну, осваивать эту территорию и сохранять за собой. Это все временные люди, которые приходят, и рано или поздно они уйдут. Марина, такое желательно не резкое заявление, я вас знаю, да, по всем событиям.
Скажите, вот как вы видите точку зрения законодательной части работы? Ну, мы уже уяснили, что у нас нет, да, спілки підприємців Жовтнева, каже, немає. Це ми вже озвучили. А так, щоб вона опять з'явилася, щоб вони це побачили. Це от який покроковий такий би план, да, можна було би зробити, щоб вони побачили. Там перше, там, ми зустрічаємося або робимо брифінг з відомими людьми. Може, ми запросимо з вами, ми ж з вами міжнародники, да? Може, ми запросимо з вами там місію ОБСЄ, чи там ЮНІСЕФ, чи там МОЗ, чи ще там, може, голубі берети, чи каски, хто вони там, каже, називається. Або краще міжнародників, конституційників, щоб вони нам просто роз'яснили цей фактаж. От я хочу просто з'ясувати, як ми можемо це зробити в правильному руслі. Ну, во-первых, я думаю, что мы будем обращаться в Европейский суд, и нет никаких сомнений, что мы там дело откроем, поскольку есть куча решений судов, и, которые проигнорированы. Более того, у нас есть доказательства, что они об этих решениях судов знали не только ответчики в лице там, департамента благоустройства, но и Кличко, и Резников, и все остальные. Вот. Будем подавать в Европейский суд. Вот. И будем выставлять там по первому протоколу, по собственности. И, безусловно, откроем дело. Ну, и во-вторых, мы будем открывать уголовные дела. Я думаю, что мы откроем дело в НАБУ. Даже не уверена, что мы откроем в НАБУ, потому что, когда наносится такой огромный ущерб, как у них, то там идет не просто превышение, это именно то превышение власти, это 364-я статья Криминального кодекса, которая при таком ущербе рассматривается уже НАБУ. А НАБУ все-таки, он, я не могу говорить, что он такой идеальный у нас орган, но более-менее он независимый, потому что я сама, у меня там есть несколько дел, я работаю, я знаю, что их побаиваются, и они более-менее независимые. Такой орган, мы там дело откроем. Но здесь, понимаете, что, к сожалению, с другой стороны, вот мы говорим, европейские стандарты, там идет бюрократическая машина, и она пока наберет этих оборотов, это не бывает вот так вот моментально. Только в авторитарном государстве вот можно приехать, разломать и уехать, да, не соблюдая процедуры. А поскольку мы законопослушные, а потом у нас нет власти, мы это будем делать через бюрократические механизмы, это достаточно... Ну, долго раскручивать, но мы ее закрутим. Ну, а потом, я думаю, что мы будем, я думаю, что ребята будут проводить активную общественную работу, мы будем выступать, где можно, мы будем приглашать и выходить к народным депутатам. Мы будем везде, где можно писать, мы обязательно обратимся к Лутковской. У меня даже нет сомнений, что она дело откроет, потому что это нарушение прав человека. Конечно. Вот. Короче говоря, вот так вот будем пытаться как-то прививаться в прессу, чтобы нас не забывали. Ну и главное, мы будем держаться, будем стараться оставить за собой это место, так что про нас не забудут. Хорошо, а у меня еще вот вопрос, сейчас уже там были подвижки, потому что мы знаем, что еще когда не снесли, а я напоминаю, что я непосредственный участник этого Майдана на КПИ, потому что я живу в Соломенском районе, фактически через парк, и это территория громады Соломенского района. Фактически это мой дом. Вот. Так получилось, что я оказался рядом. Я хотел, чтобы вы ответили еще на один вопрос. Сейчас уже планируют, вот как почему я говорил Ларисе Андреевне, задавал вопрос по поводу, был возвращен МАФ, или как он там называется, КИОС, говорит, или не был. Он был возвращен, да, то есть сначала он был вывезен, потом возвращен. Мы видим, что власть либо договорилась, либо с властью договорились, в общем, каким-то образом как-то этот непошкодженный КИОС повернулся на место. Здесь мы понимаем, что уничтожено два бульдозера, значит, там трактор и там два грузовика, это сила. И я вам могу сказать, что еще был снят фильм, я являлся ночью, говорит, непосредственным этим участником, и у нас этот фильм есть, когда в эти строения, капитальные строения, почему их не могли уничтожить, 5 дней и 5 ночей не могли уничтожить, капитальные, на фундаменте стояли, и заваренные, говорит, на арматуру, людей распиливали вместе с этими зданиями. Это снято. Я не знаю, как это назвать юридически. Может быть, мне это адвокаты подскажут, как это назвать. Но хотелось бы увидеть любого чиновника из благоустрия, стоявшего в таком вот киоске, в таком помещении, чтобы его распиливали, и как бы он себя почувствовал. Это один момент. Второй момент. Там уже сейчас мы видели, Зеленстрой приходил, да, там еще там кто-то приходил. А потом выяснилось вдруг, что
появилась такая информация, не голословная, потому что приходили эти люди, такие же предприниматели, но которым понравилась эта земля, и она уже перераспределена. И оказалось, что они уже планируют сейчас расстановку на этой территории своих киосков. Вот озвучите, если завтра там появятся новые киоски или новые там споруды, как это оценивать с точки зрения... Ну, слушайте, понимаете, будем так говорить, я думаю, что там не появятся никакие новые киоски, вот, хотя об этом говорили, планировалось это. Вот, но, во-первых, мы им этого не позволим, да. А во-вторых, понимаете, что наша власть, для нее уже законы не писаны, вот, городской, там, Кличко сказал, Кличко сделал, вот и все. Значит, они же, в принципе, не могут поставить где угодно, им закон для этого не нужен, им никакие решения отдельные для этого не нужны. Они работают, телефонное право, там, позвонил, кому сказал, это все письменно не оформляется, все всегда есть крайне, наверное, несчастный будет фищук этот крайне. Вот. Поэтому, ну, могут они это сделать, потому что они живут, ну, я не знаю, ну, не в правовом государстве, ну, мы тоже не живем. Я даже не могу вам объяснить конкретно, я просто говорю, они живут по своим правилам. В своем мире. В своем мире. В своем мире. И они считают это своей вотчиной. И они делают все, что хотят. Для них закон не писан. Ясно. Поэтому ясно. Это уже случится. Спасибо Но мы большое. Не дадим. Спасибо большое. И я хочу так бы... подрезюмировать нашу сегодняшнюю встречу. Я обращаюсь прежде всего к предпринимателям. Я хочу поздравить с Днем предпринимателя всех украинских предпринимателей и людей, которые занимаются бизнесом, там, средним, большим, малым. Я его как-то не делю. У нас очень богатая страна, у нас колоссально состоятельный Киев, я уже не говорю духовно, он говорит и материально. Достоин того, чтобы быть европейской столицей. Конечно, говорит, если будут такие забудовы делаться, как на политехе, через улицу, где проходит красная линия, почему-то появляются высотки в 27 там, или 32 этажей. Это мы еще, кажется, тоже рисуем из архитектуры. Но я хочу сейчас попередити органи влади. Мене завжди кажуть, а чого ви називаєте їх органами влади? Тому що вони є органи влади. Стаття 5 Конституції однозначно каже, що влада є народ. І народу гораздо більше. Якось я зустрічався нещодавно, там два тижні, з представниками Міністерства внутрішніх справ і показував їм систему оновлення Міністерства внутрішніх справ і показав бюджет, там 42,5 мільярди гривень. Ви можете собі уявити цифір? 42,5 мільярди гривень. Це у нас тільки на поліцію. Я питаю, каже, хто за кого ховається. І при цьому цим конфеткіним не вистачає коштів, що вони ще беруть бюджет у тітушок. Я взагалі на місці тітушок би вже подав на них заяву, куди там треба заяву подати, тому що це їх бюджет. Да, а тут у нас з'являються конфеткіни. І хочу попередити, що так як Майдан на КПІ це не той Майдан, який би ми продовжували з точки зору Майдану Гідності чи там революції, помаранчевої революції, але це вже Майдан життя, бо я би його так назвав би, і Майдан територіальної громади Києва. І я вам скажу, що люди настільки були злі, і мене, мої колеги військові, да, і хлопці, які на Майдані ще залишились живі там, після всіх АТО, МАТО і всіх інших речей, вони хотіли вже не тільки, вони хотіли роздерти. Я кажу, що треба допрацювати цей Майдан в правовій формі. І це відбулося. Я дуже вдячний цим людям за витримку, я дуже вдячний киянам, і не тільки Солом'янки, а взагалі всім тим, хто постраждав, і Нівки, і Святошино, і Лівий берег, Деснянка, і Харківський, тобто усіх. Ребята, ми, звісно, мирні люди, наш бронепоїзд стоїть, це раз. Второй момент. Ми живемо в законодательній плоскости и никуда из нее не уходили. Я не знаю, какая реакция будет у мирового сообщества и будет ли она вообще, потому что перед этим мы сделали целую кучу юридических правильных вещей. Мы попередили перед этим все ведомства, СБУ, Генпрокуратуру, прокуратуру, МВД, территориальную МВД. Після того попередили адміністрацію, органи, той же благоустрій, який нічого не прийняв і не хотів слухати. Ребята, это уже, каже, это уже крайность. Это друге. И третье, люди не дадуть.
Ми витримали, саме головне для нас було виграти час. Виграти час. І ми виграли його до 1 вересня. Фактично, коли студенти заїхали, вже от завтра, там, в п'ятницю, у нас буде 1 вересня, і школьники повернулися з міст відпочинку, те, що побачили солом'янці, а я знаю їх відверто, тому що я кожен день з ними зустрічаюсь, люди сказали, що такого ніхто не буде навіть наступного і чекати. Тому наступний варіант вже буде такий, як був у грудні, от тоді, коли зупинили грейдери. Мало того, дійсно, я сам за ці 7 ночей написав 13 заяв. Я особисто 13 заяв написав, у мене є відповідні карінці і відповідні документи. І я їх доб'ю до кінця, для того, щоб з'ясувати, як органи влади відреагують на це. Ну, хлопці, дівчатка, я вас дуже поздравляю з нашою перемогою з точки зору того, що ми втрималися в законодавчій площині при такому безпреділі. Ми демонструємо таким чином, що кияни настільки витримані, що їх спровокувати на дії кровопролиття просто так не можна. Але я хочу, щоб всі підприємці сьогодні, а ви пам'ятаєте, як Янукович відреагував на Майдан підприємців, пам'ятаєте, да, Валіда? Да. Як в палатку приходив, Янукович приходив. Так, да, да. То я хочу вам повідомити, що люди вже приходять гроші здавати. Солом'янці приходять і кажуть, ребята, у вас не вистачає коштів, давай. І тобто вже починається формат Майдану. Хто це зробив? Влада. Це зробив Кличко, це зробив Грицак. Це зробив генпрокурор Луценко, да? Це зробив Кріщенко, луганчанин, герой, понімаєш, як каже, і всі інші. Я хочу повідомити, що таким чином сьогодні вже набулася наступна фаза, коли у народу вже закінчився терпець. Дякую всім за те, що ви нас уважно слухали і бачили. Вам дякую, що ви були такі витримані, стримані і продемонстрували безстрашня, іменно публічне, людське безстрашня, і захистили свої конституційні права. Я думаю, що перемога буде, не то, що думаю, я 100% впевнений на те, що перемога буде за нами. Дякую, щасти. Дякую.